нападении под суд. В Воронежской области будут судить мужчину, напавшего на медработника Семилукской колонии. Преграда из баклажанов. Рассыпавшийся груз стал причиной огромной пробки в Бобровском районе. 70-кратный штраф или 12 лет лишения свободы. Дело попавшегося на взятки начальника павловской полиции передано в суд. Двухкомнатные апартаменты площадью 500 квадратных метров. Тигрицу-шилку перевели в новый современный вольер. В прямом эфире новости. Добрый день. С вами Тамара Чернова. В Воронежской области передано в суд дело о нападении на медработника Семилукской колонии. Напомню, что эта история произошла 13 апреля. Тогда 23-летний мужчина, отбывающий наказание, напал на врача-терапевта, работавшего за колючей проволокой. Нападение произошло днем в медицинской части Семилукской колонии строгого режима. 23-летний мужчина, отбывающий здесь наказание, во время медосмотра напал на врача-терапевта. Удерживая ее рукой за шею, приставил к голове самодельный металлический предмет и угрожал применением насилия. Между ними завязалась борьба, в ходе которой женщине были причинены телесные повреждения. Но женщина оказалась не робкого десятка, она смогла оказать сопротивление. Между напавшим и его жертвой завязалась борьба, и в это время на помощь подоспели сотрудники колонии, которые схватили заключенного. В результате происшествия женщина не пострадала, а нападавшему теперь за свои действия придется ответить в суде. На предварительном следствии он дал признательные показания. Мужчина уже отбывал наказание за разбой, насильственные действия сексуального характера и покушение на изнасилование, а также за угрозу убийством и применение насилия к представителю власти. Скорее всего, его и без того немалый срок заключения, а на момент совершения нападения он составлял 16 лет, теперь станет еще больше. Владимир Смехнов, РЕН-ТВ, Воронеж. 4 пострадавших и 1 погибший. Авария со смертельным исходом произошла накануне вечером недалеко от дома номер 1 на набережной Маслетинова. «Опель Астра», в котором находились двое сотрудников полиции, врезалась в «Ладу Калину». 31-летний пассажир иномарки погиб на месте. О страшной аварии, которая произошла здесь, теперь напоминают осколки от разбитых автомобилей. Все произошло 3 августа в 20 часов 45 минут. Автомобиль «Opel Astra» ехал по набережной Масолитиного со стороны Максима Горького. Вот здесь, по каким-то причинам, не справившись с управлением, водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и на большой скорости врезался в «Ладу Калину». «Opel Astra» отечественную легковушку в буквальном смысле слова протаранил. От удара иномарку развернул и отбросил на отбойник. Тем не менее, водитель «Лады», 24-летняя девушка, отделалась лишь испугом. А 21-летняя пассажирка «Калины» получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали с переломом левой ноги и травмой правой. А вот пассажиру, который ехал в том самом «Опеле», выжить в столкновении не удалось. Установлено, что автомобилем «Opel Astra» управлял 27-летний сотрудник полиции, который находился в гражданской форме одежды. Пассажир иномарки, 31-летний местный житель, сотрудник полиции, в результате ДТП скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В нескольких метрах от места аварии находится водозаправочная станция для поливальных машин. Правда, работала она в тот день до 5 часов вечера, и вода, пролитая на асфальт, скорее всего, уже успела испариться и не могла помешать машинам. Ну, вообще практически, не то что практически, а каждую неделю авария, особенно когда дождик или снежок чуть, и вот это начиная отсюда вот. И вот до того пересечения вот улицы примыкающей. Постоянно авария. Ну а из-за чего же произошло это ДТП и почему правоохранитель не справился с управлением авто, еще предстоит узнать. Одну версию, правда, вождение в нетрезвом виде уже точно исключили. В крови полицейского, который был за рулем, не было следов алкоголя. Алена Сысоева, Андрей Куцев, РЕН-ТВ, Воронеж. И еще одно серьезное ДТП. На мосту у площади Заставы столкнулись сразу 3 автомобиля. Авария произошла на крайне левой полосе по направлению в центр города. По предварительной информации, виноват водитель, который выехал на встречную полосу. Выезд на встречку нередко заканчивается для водителей серьезными последствиями. Так случилось и в этот раз. Мужчина, управлявший Volkswagen, выехал на встречную полосу, переезжая мост у площади Заставы. И, как предполагают сотрудники ГИБДД, произошло это на высокой скорости. Времени избежать столкновения с Kia Sorento уже не было. В результате ДТП пострадали 3 человека. Это водитель Volkswagen Polo и водители Kia Sorento и пассажирка Kia Sorento. Это женщина 54-го года рождения. Все они обратились за городскую клиническую больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются, по какой причине водители Volkswagen Polo
допустил выезд на полосу встречного движения. Может быть, это и как вариант рассматривается то, что несоблюдение скоростного режима. После столкновения машины отлетели в сторону и зацепили еще один автомобиль – «Дэу Нексия». Правда, его водитель не пострадал. На место аварии были вызваны спасатели, которые помогли растащить автомобили, сотрудники ГИБДД, перекрывшие проезд к месту ДТП, и две кареты скорой помощи. В данный момент устанавливаются все обстоятельства ЧП. Владимир Смехнов, Андрей Куцев, РЕН-ТВ, Воронеж. Авария в Бобровском районе. На трассе М4 столкнулись микроавтобус «Мерседес» и грузовая «Газель». Есть пострадавшие. Кроме того, авария вызвала большую пробку в южном направлении. Все произошло рано утром. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и на полном ходу влетел в движущийся впереди ЗИЛ. От удара грузовик перевернулся. На трассу посыпался груз, несколько тонн баклажанов. Движение на этом участке было парализовано. В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса, молодой человек 91-го года рождения. Его доставили в районную больницу. Кроме того, это ДТП спровоцировало еще одну аварию. Машина резко пошла на встречку. Мои родственники ехали на море и выскочили, начали обходить машину, и тут приведет на следующую машину. Они притормаживают, и следующая машина бьется. В ДТП попали ехавшие на юг жители Рязанской области. Из-за аварии они теперь вынуждены изменить свои планы. Вообще, россияне, решившие отправиться на море на автомобиле через Воронежскую область, вынуждены простаивать в многокилометровых пробках. Аварии и дорожные работы заставляют людей проводить в заторах часы. Красные зоны чаще всего образуются в Новой Усмане, перед Лосево и между Павловским и Верхним Амонским районом. Ольга Зобова, Сергей Гладков, РЕН-ТВ, Воронеж. Несладкая жизнь в Грибановском районе. Один из старейших сахарных заводов области создает проблемы местным жителям. Неблагоприятное воздействие на окружающую среду заставило областные власти вмешаться в ситуацию. Губернатор Алексей Гордеев провел в райцентре совещание, на котором определили пути выхода из кризисной ситуации. Грибановский сахарный завод построен еще в 1848 году. За все годы он пережил несколько реконструкций. Последние 10 лет собственником предприятия является организация «Воронежсахар». Именно новое руководство завода жители обвиняют в своих бедах. Говорят, что в результате стока отходов с предприятия сильно пострадал пруд, где все жители Грибановки любят ловить рыбу. Более того, жителям не дает покоя источающие тошнотворные запахи жомовая яма. Однако, как рассказывает директор фирмы, всему виной ливневые дожди. Именно они повлекли такой запах. На сегодняшний день яма пуста на 90%, запаха там никакого нет. Это не то, что в сегодняшний день предприятие за год усугубило так обстановку. Наше предприятие только улучшило экологическую обстановку, которая там была. Анатолий Криволапов считает, что жалуются бывшие сотрудники, ранее уволенные за тунеядство. Тем не менее, на совещании выяснилось, что с экологической безопасностью на заводе действительно не все хорошо. Кроме этого, «Воронежсахар» обвинили в высокой закупочной цене. Оказалось, что такой нет ни у одного завода в области. При этом на выход сахара здесь идет меньше, чем у других. А сумма недоплаченных налогов предприятия составляет порядка 70 миллионов рублей. Ну, это надо просто уже переходить не к административным делам, а по совокупности заводить уголовное дело и вешать амбарный замок на завод. В итоге руководство завода пообещало губернатору засыпать жомовую яму и в течение недели сделать дорожную карту, план, где будут описаны все проблемы завода и пути их решения. На мой взгляд, мы нашли вот ту линию движения, которая должна подвинуть собственников к тому, чтобы решать природоохранные задачи, участвовать в социальной жизни района. Мы понимаем, что предприятия в сельских территориях, они на вес золота. Но это не говорит о том, что сегодня собственники могут этим пользоваться. Алексей Гордеев подчеркнул, что Грибановский район голодает от нехватки инвесторов и надо срочно на областном уровне разработать программы для привлечения сюда крупного бизнеса. После совещания губернатор побывал на пшеничном поле компании «Россия Агро». Алексей Гордеев заверил, область будет и с хлебом, и с кормом для животных. Юлия Родионова, Вадим Кузин, РЕН-ТВ, Воронеж. И мы продолжаем. Далее вы увидите. Деньги или автомобиль? У воронежца, задолжавшего 240 тысяч рублей, изъяли машину. 70-кратный штраф или 12 лет лишения свободы? Дело, попавшееся на взятки начальника павловской полиции, передано в суд. Двухкомнатные апартаменты площадью 500 квадратных метров. Тигрицу-шилку перевели в новый современный вольер.
Воронежская область продолжает ставить рекорды по строительству. Так, в 2014 году в регионе было сдано 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Об этом говорили накануне в Воронежской областной думе. Там, в преддверии Дня строителя, который отмечается во второе воскресенье августа, почетными грамотами наградили лучших представителей профессии. Ольга Сычева – маляр с 30-летним стажем. Говорит, чтобы столько лет продержаться в этой профессии, необходимо действительно любить свою работу. Ведь красить, белить и штукатурить – это не так-то просто, как может сначала показаться. Мы штукатурку таскаем, и раствор тоже у нас же нету. Редко там какой-то подсолнечек дадут. А в принципе мы все сами делаем. Все тяжело, вот, конечно. Я думаю, ничего, все же работают, и нам приятно делать квартиры, чтобы покупать у нас. Ко дню строителя в областной думе собрались лучшие представители этой профессии, сотрудники различных строительных организаций. И, как отметил Владимир Ключников, депутаты облдумы и правительство области делают все для того, чтобы и рабочие, и специалисты получали достойную награду за свой труд. Особенно впечатляют темпы строительства. Если в 2013 году в нашей области сдали 1 миллион 350 тысяч квадратных метров жилья, то в 2014 это уже 1,5 миллиона. Рекордный показатель за последние полвека. Ольга Зобова, Сергей Святашев, РЕН-ТВ, Воронеж. За долги приходится отвечать. Воронежцы, за которым уже несколько месяцев числилось 240 тысяч рублей долга, приставы накануне изъяли машину. Кстати, по статистике, в должниках только в Советском районе числятся десятки тысяч человек. А сумма долга колеблется от 28 копеек до 137 миллионов рублей. Иногда должники готовы погасить задолженность самостоятельно, но чаще всего люди просто скрываются от уплаты. Во дворе на улице Любови Шевцовой работает эвакуатор. К погрузке готовит ВАЗ-14 модели. Это автомобиль должника. Молодому человеку 28 лет, официально он нигде не работает. Приставы изымают его имущество по судебному решению. В течение 10 дней внесете всю сумму задолженности, погасите задолженность. Арест машины будет снят. Вам будет имущество возвращено. Парень пообещал явиться в отдел судебных приставов до 2 часов дня. Однако, как позже нам сказали, к назначенному времени так и не пришел. Если в течение 10 суток должник не объявится, машину отправят на реализацию. А деньги с ее продажи переведут взыскателю по суду. Согласно судебному решению, размер задолженности составляет более 240 тысяч рублей. Данное автотранспортное средство будет находиться на ответственном хранении у взыскателя по исполнительному производству. Вообще в Воронеже, только в Советском районе, в должниках числится почти 30 тысяч человек. В основном это долги по алиментам, кредитам и судебным решениям. Ольга Зобова, Сергей Святашев, РЕН-ТВ, Воронеж. Дело попавшегося на взятки начальника Павловского отдела полиции Николая Сабельникова передали в суд. Напомню, полковнику инкриминируют получение взятки в крупном размере. Следствие длилось почти полгода. Из них Сабельников 2 месяца провел в СИЗО, а еще 3 под домашним арестом. Николая Сабельникова задержали в марте этого года, прямо во время получения взятки. Позже выяснилось, что полковник уже долгое время за определенную сумму покровительствовал местному бизнесу. В общей сложности с июля 2014 года по март 2015 мужчина получил за свои услуги 260 тысяч рублей. Начальник вышеуказанного отдела полиции получил лично от местного предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 50 тысяч рублей, которая являлась частью ежемесячной платы за покровительство его коммерческой деятельности. Сначала полковник свою вину признавать отказывался, но вскоре начал сотрудничать со следствием. Дело Николая Сабельникова рассмотрят в течение 2 недель в Павловском районном суде. Его будут судить по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Она предусматривает наказание в виде штрафа в 70 или даже 90 раз больше самой взятки, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Ольга Зобова, Сергей Святашев, РЕН-ТВ, Воронеж. Тигрица Шилка из Воронежского зоопарка обрела новый дом. Правда, воронежцам, которым успела полюбиться эта амурская красавица, не стоит расстраиваться. Она осталась жить все в том же зоопарке. Просто вместо тесной клетки тигрицу перевели в новый современный вольер площадью 500 квадратных метров. По паспорту Шилка, а для сотрудников зоопарка Кэсси обхаживает свои новенькие апартаменты. Воронежский зоопарк эта тигрица попала 6 лет назад. За это время она стала настоящей любимицей как сотрудников зоопарка, так и посетителей, которые с ней уже хорошо знакомы. Эта грациозная особа не может оставить равнодушными и те, кто с ней только познакомился. Наблюдать за Кэсси, говорят, одно удовольствие. Мы просто с ребенком пришли в зоопарк и первый раз увидели. Посчастливилась. Очень приятно было познакомиться с такой красавицей. Да, Нези? Понравилась киса тебе? Вот.
Тем, кому удалось увидеть тигрицу на улице, действительно здорово повезло. Ведь в жаркую погоду Кэсси на улицу выходить не спешит. Солнечное пекло она предпочитает переждать в более прохладном месте, при стройке к вольеру с крышей и стенами от любого ненастья. Жарко. Да что ты? Сейчас Кэсси заходит сюда, в закрытую часть вольера, не только для отдыха, но и чтобы поесть и попить. Кормит ее 2 раза в день, а поет 4 раза. Но поначалу это место стало для нее настоящим испытанием. Первые 2 недели после перевода из обычной клетки ее держали на так называемом карантине. Первое время адаптировалась во внутреннем помещении. Пугалась и звука шибера, пугалась и каких-то вот этих вот там лязганий замков, поскольку это все новое для нее, необычное. Она раньше этого не слышала. Если сравнить, то она как человек из коммуналки переехала в 4-комнатную квартиру. Правда, тигрица Кэсси не первая, кому достались такие хоромы. По соседству с ней уже живут рыси. Из клетки в этот вольер их перевели 2 месяца назад. Теперь в очереди на переселение стоят 3 медведя. Их апартаменты уже готовы. Сейчас все о погоде. Я говорю вам до свидания. Хорошего дня.